Ломается? Попробуй за унитазом, попробуй вот там. А унитаз? Унитаз, может там провод, трубопровод какой-то есть, нет, канализация. А попробуй дверь сломать или вот эту железную решетку. Попробуй железную. Ничего не ломается. А ну дай сюда, мелкий, дай сюда. Может у меня что-то сломается. Дай сюда. Так, может. Да тоже ничего не ломается. Ну не ломается. Ну вот я нажимаю, не ломается. Потому что в комментах умники часто бывают, мелкие. Ты прикинь то, что под предыдущей серией мне начали писать. Неинтересно, как человек выберется из тюрьмы, если его в инвентаре есть железная кирка. Вы что, реально думаете то, что вот эти менты позорные свиньи такие? Вы, да, я знаю то, что вы все видите. Да, ладно, мы прекратим попытки побега, хорошо, мы просто развлекаемся с мелким. Мы как бы здесь уже вторые сутки сидим, понимаете? Слишком много умников развелось. Вы реально думаете то, что менты настолько тупые, или те, кто строил вот эту тюрягу, тоже думаете настолько тупые, то что они не продумали, что вот этой киркой я ничего не могу сломать? Да это невозможно! А подожди, мелкий, у тебя рогатка есть? Подожди, а у меня кирка есть. Смотри, а если план немножко по-другому? Смотри, я сейчас притворюсь то, что у меня там кое-что болит или мне там плохо стало. Заманю мента к себе сюда в камеру. Он войдет, только тихо разговариваю. Он войдет, а я как ему... Хуи! Понимаешь? За оскорбление сотрудников при исполнении. Да никто вас не оскорбляет, свиньи позорные! Никто вас даже не хотел оскорбить никогда. Вас природа уже с самого начала оскорбила. Извините, пожалуйста, никто вас не хотел. Вот. Короче, он зайдет, я ему просто как по башке стукну этой киркой, потом забегу к тебе в камеру, тебя открою, и мы свалим отсюда, чертовой бабушки, понимаешь? Понимаешь? Подыграй! Да в смысле не понимаешь? Понимаешь? Башкой помаши то, что понимаешь. Понимаешь, все. Короче. Сейчас. Ой. Начальник! Вот та гречка с курой, которую вы мне давали там час назад. Чё-то как-то мне вообще... Ля, как пучит! Начальник, походу, аппендицит вылет! Начальник, помогите, пожалуйста! Начальник, откройте дверь, вызовите скорую, пожалуйста! Начальник... Ой, как просрочено у вас! Начальник... Камабуля! Ща! Мелкий! Мы просто развлекаемся, пожалуйста, ничего не делайте. Начальник! Руки вверх поднял! Не стреляйте, пожалуйста! Ля, как шмощь чмокнула по башке! Господи, помил! Мелкий! Ну, да не надо никакой протокол составлять. Мелким, я сейчас так шибанула, как план побега не сработал. Да, я пришел. Я пришел в себя. Я пришел в себя. Да чё ж, нервный тик после вашего вот этого остался. Вот этот, который вы выстрелили, господи, как это называется? Электрошокер. Мелкий, план вообще не сработал. Да подождите вы со своим протоколом, подождите. Я знаю уголовный кодекс, не первый раз в тюряге сижу, у меня есть право на один звонок. И мне без разницы, синий позорный, что вы там себе хотите придумать, дайте мне телефон, я позвоню. У меня есть право на один звонок. Да, мелкий? Кому бы не звонить, мелкий? Костя, да, Костя. Мы соблюдаем закон. Ну так если вы соблюдаете закон, давайте. Нихуа, хуа! Порода у собаки такая есть. 10-й айфон? Да вы чё, офигели, да зажрались реально здесь. Ты прикинь, у ментов 10-й айфон. А я-то думаю, взятки они не берут. Ага, в прошлой серии от меня отказались, я им там давал 10 золотых монет. Они отказались, смотри, сами ходят с 10-ми айфонами. Так, ладно. Да, я знаю, право на один звонок. Так. Звоним Костя. Костя, как слышно? Костя, в общем, Костя, тут такая проблема, мы в тюряге, я в тюряге, мелкий в тюряге, короче, нам нужна помощь. Вот в первую очередь, что я хочу тебе попросить, зайди к нам в магазин одежды, принеси какие-то шмотки мне, принеси какие-то шмотки мелкому, а то здесь нас вообще никак не переодевают, не кормят, мы здесь уже сидим вторые сутки, провоняли, как псы какие-то. Вот, принеси нам одежду нормальную, изгоняй быстро за бомжара, я просто забыл ему дать телефон и свой номер, поэтому никак не могу к нему дозвониться. Сгоняй за бомжара и скажи, чтобы он пришел сюда в полицейский участок, вот. Полицейский участок возле школы находится. Приходи сюда, окей?
Костя, скажи, пожалуйста, что ты понял. Костя, у тебя там есть рядом бухлишка? Бухни, пожалуйста. Бухнул? Бухнул? Ну что, здорово! Здорово, здорово, Костя! Как дела? Ну, если с ним по-другому... Ладно, Костя, если с тобой по-другому нельзя разговаривать, ты разговариваешь только тогда, когда ты бухой. Все нормально там у тебя, Костя? Все зашибись, да? Жизнь как? Удалась? Все прекрасно. Все прекрасно. А вот у нас нифига не прекрасно, мы в тюряге, Костя, давай вытаскивай нас быстро в тюрягу, давай, понял, все понял, Костя, мы тебя ждем. Да, хорошо. Все, давай, трезвей, мы тебя после тюряги закодируем, и давай, а то я уже чувствую себя реально, как будто я уже 5 лет на зоне сижу. Все, давай, Костя, мы тебя ждем, давай, зови бомжарю, приходи, ага, все, давай, удачи, пока. Так, все. Я погорел, сейчас придет адвокат мой, Константин, адвокат сейчас за нами придет, да. Телефон на базу, все вернули. В общем, мелкие, сейчас ждем Костянчика. Костянчик сейчас придет, спасет нас. Пошли составлять протокол. Ребят, а может никакой протокол пока не нужно? Я жду, пока за мной Костя придет. Садись на... Ладно. Мелкого тоже нужно. Выпусти мелкого, пожалуйста, пускай он возле меня постоит. Выпусти мелкого! Ладно, давайте протокол. Я сразу скажу, я не виноват. Вот весь протокол. Давай, где подписать? То, что я не виноват. Мелкий, мы с тобой не виноваты. Сядь возле меня. Сядь. На колени сядь. На колени сядь. Угу. Вот здесь и сиди. Ну что же, вам грозит 1 год. Мелкий. Какой год? Мартышки в погонах! Вы что, офигели? Так я ничего не делал! Мелкий, какой 1 год? За что 1 год? Либо штраф и исправительные работы. Ты смотри, они мне угрозы ставят. То есть, подождите, я все правильно понял? Или я год в тюряге сижу, да? Или я плачу какой-то штраф, еще какие там и работы, да, у меня вот эти исправительные? Да, все. А мелкому что говорить? Только не говорите то, что детская колония, пожалуйста. Мелкий-то вообще ничего не сделал. Да я даже ничего не сделал. Мелкий, слезь с компьютера, пожалуйста. Сейчас реально тебя посадят куда-то или в детдом отдадут. А мелкому-то что светит? Перекрести пальцы, чтобы тебе ничего не светило, а? Чтобы просто ремнем по страке Луи Виттон тебе светило. Вы чё, офигели? Какая детская колония? Или тоже штраф и работы? Ладно, мелкий, штраф и работы, значит. Ладно, тогда штраф. Мелкий, давай подумаем. Ну, смотри, в тюрягу мы точно... Подожди, Костя, здорово, я могу Константину? Можно там свидание у нас, 1 минутку, я просто с ним перетеру, это мой адвокат, с глазу на глаз. Можно? Костя, давай, иди сюда. Давай, Костя. Только не закрывайте нас, пожалуйста. И мелкого тоже можно, мелкий, иди сюда. Костя, давай сначала шмот, а то мы реально воняем просто как свиньи какие-то позорные. Костя, ты дурак? Костя, а ты видишь, что ты принес? Угу. Если меня сейчас мусора увидят, то они мне не год тюрьмы дадут, а пожизненный просто, или вообще смертельная казнь. Ты с ума сошел? Зачем мне здесь лифчуган? Зачем мне стринги? Да ты не мог мне нормальный шмот принести. Ёп, реально, лучше бы я вот этот последний звонок маме бы позвонил и попрощался бы с ней. Ты хотя бы бомжару позвал? Да, он сейчас придет. Придет, хорошо. Так, сейчас придет мэр. Мэр придет, уволит вас всех, чертовой бабушки. Что одного, что другого. Время вышло, все, мы выходим. Мелкий, давай на стул. Давай. Костя, стой возле нас здесь. Сейчас, короче, придет мэр, мой Кент. Он вас нанял, он построил вот эту всю фигню. Уволит вас к чертовой бабушке, если узнает, за что вы меня здесь посадили. Я-то вообще ничего не делал. Ты прикинь, Костя, они мне год тюряги дают. Вот прикинь, я сейчас на год просто свалю отсюда. И мелкому тоже год в детской колонии. О! Ну чё? Менты, давайте снимайте свои фуражки, давайте снимайте свои форм. Бомжары, здорово, ёпты. Короче, эти 2 кренделя, они меня посадили вообще ни за что. Можно я с ним тоже перетеру? Вот на секундочку. А вы на колени давайте, быстро, что один, что другой перед мэром этого города. Иди сюда, бомжары, иди сюда. Здорово, бомжар. Бомжара, я ничего не делал. Не надо подслушивать. Иди сюда, бомжары, иди сюда возле туалета, иди сюда. Бомжары, я ничего не делал. Только автосалон Арсения Гонщика взорвал. Так он предатель, что я мог сделать? Я же ему говорил в прошлой серии, позапрошлой серии, то, что я ему взорву вот этот автосалон. Я сам не знаю, кто они. В смысле, ты не знаешь, кто они? Бомжара. Это не я их нанимал. Бомжара, ты с ума сошел? Это твой город, ты здесь мэр. Подожди, а кто построил этот полицейский участок? Не ты? Это не я его строил.
Подожди. А ты хотя бы за эти дни, что ты пребываешь здесь мэром, ты хотя бы что-то построил, начал строительство пятерки хотя бы? Или я не знаю. Да? А, ну да, конечно. Подожди, а кто построил тогда этот полицейский участок? То есть не ты. Не ты его построил, и они не на тебя работают. Время вышло, иди сюда, подождите. Подожди. То есть. Я нифигашеньки в этой планете не понимаю. А кто построил этот полицейский участок? На кого вы работаете? Вы не на мэра работаете? Так мэр здесь самый главный, чего вы выпендриваетесь? Мэр сейчас может вот так по щелчку пальца вас просто уволит. Что одного, что другого. Нет, не на мэра работаем. Я нифига не понимаю. А на кого вы работаете? А на вышестоящие органы. То есть вас нанял тот самый, который там наверху находится? Это конфиденциальная информация. То есть вы работаете на него? Ну в дерьме, пацаны, в дерьме. Что я, что вы, что бомжара? Хорошо, у нас нет другого выбора, мелкий слезь. Мы платим штраф и работы, да. У нас нет выбора, какой штраф и какие работы. Давайте быстренько говорите, мы свалим отсюда. 64 золотые монеты. За каждого? В смысле за каждого? Да вы с ума сошли? Да какие за каждого? Вот это ваша вся жизненная зарплата. Какие к черту бабы? Да у меня бабата столько нет, пацаны. Да я лучше в тюрягу сяду на эти 2 года, чем 2 стака золотых. Зажрались мусора. Ладно, да уговорили, хорошо уговорили. Не надо год тюрьмы, не надо. Так, подождите. Золотой... Понимаете? Да, все бабки на вас просрал. Все бабки, свиньи позорные, на вас просрал. Золотой слиток раз. И, пацаны, есть у кого-то 8 золотых монет? Это мне не хватает. Есть? Дай мелкий 8 золотых монет. Дай быстро. Да, давай. Ага, спасибо большое. Мелкий, еще три дай. Еще три, я там перепутал немножко. Еще три дай. Сейчас все будет, начальник, сейчас все будет. Вот, держите. Все, можем идти. Отпускайте одежду в шкаф. Еще исправительные работы. Да, давай, хорошо, давай, я заплатил за всех. Вот, давайте я сам пойду и сам все поубираю. Только мелкого не трогайте. Пускай он просто возле меня ходит, хорошо? Можно так? Я надеюсь, то, что можно. Все, сейчас я переоденусь тогда. Хорошо, тогда 4. Так как давай Обернитесь, пожалуйста, мне переодеться. Обернись. Ну обернись. Да обернись ты, да я сейчас голой жопой светить буду. Я понимаю то, что ты на моей ляхе хочешь посмотреть. Но обернись, да я переоденусь. Ты что, угораешь? Ты что, смеешься? Не заставляй меня экран выключать. Ну, ладно. Не хочешь оборачиваться, я тогда экран выключу. Ага. 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 Все, так. Так, ну чё я как вам? Ля! Вот просто реально... Дайте сигарет, я по... Ядрить колотин, да вы чё с ума сошли? Подождите! Всех перебили, что полицейского убили, что мелкого убили. Пацаны, не по плану всё пошло, все обратно участок. Ля! Какой это правда... Всё, пошли. Я как будто... Дайте мне ещё сигару, я как будто всю жизнь просто в тюряге отсидел. Ну, слышь, ржавый, иди сюда. Сейчас мы этого пернатого просто пером в почку зарешаем. Короче, заберем место в хате. Заключу. Да я иду. Ёперес, это мать моя прекрасная женщина. Вы что сделали? Петухи горбатые. Вы понимаете то, что здесь раньше стрельбище было? Я его сам построил. Я обучал здесь стрелять. А вы на этом стрельбище... Да, не стреляйте! А вы на этом стрельбище реально свой участок построили! Фу, вот... Ладно, все, я убираю. Дети стрелять учились, они пришли с вот этим... Начали здесь все строить. Я тогда вот это тоже уберу, здесь, в принципе, этому не место. Ой, мелкий ты где? Иди сюда, помогай хотя бы, я не знаю, какашка... Хотя бы собак здесь не выгуливайте, пожалуйста! Мелкий! Господин полицейский, пацаны, вы что, вообще офигели? Мелкий, ты... Костя, да вы что, офигели? Да вы реально здесь будете пикничок сейчас устраивать, пока... Полицейский, можно я перекушу немножко? То вы меня 3 суток нормально не кормили. Костя... Ага, спасибо. Все, я пошел. Не друзья, а партизаны какие-то реально просто смогут предать в любую секунду. Несанкционированный пикник, штраф. А! Ну вот,
вы сами сейчас там разбираетесь со своим штрафом! Я здесь ни при чем. Пикник они устраивают на территории полицейского участка, дебилы! Господин начальник, да я здесь уже 20 минут упираюсь, да отпустите и дрить колотить, а? Да я в тени работаю, да куда еще от тени? Ты смотри, вот смотри, мелкий вообще прохлаждается, мелкий, да помоги ты хотя бы мне немножко. Подождите. Я ща приду, господин начальник. Ля, тут писота! Здорово, я вижу вас тут мерч с Катей, мерч с Люсей, здорово всем! Ну, да, я сейчас фоткаться не могу, потому что здесь у меня, ну, меня посадили, короче, за решетку. Ты же Эдисон, да, Эдисон, я Эдисон. Ну, в смысле, ты меня не узнал, у тебя мой мерч прямо сейчас найдет. Ля, смотри, кинтыки прибежали. Я, конечно, не хочу, чтобы вы меня так видели, но я говорю, я просто вот это, в тюремной робе сижу, ссаю, убираю. Так вот, мы хотим в твой ролик сниматься. Пацаны и пацанессы, я сейчас вообще не могу, честное слово, вы не видите, да я в принципе как бы не могу сейчас сняться. Да подождите, вы не отвлекайтесь, да сейчас, я здесь убираю, не видите, вот, да все, сейчас я буду делать вид, то, что я здесь хожу, убираю. Убираю! Мы заплатим тебе круглую сумму за ролик. Слушайте, да не нужно мне платить никакую круглую сумму за ролик, да я не снимаю ролики вот сейчас с подписчиками, вы видите, то, что я в тюряге, не могу сейчас снимать, да тем более, как бы у меня сейчас камеры нет. 2 стака золотых монет. 2 стака золотых монет? Слышь ты, сын Олиготрона, какие 2 стака золотых монет? Подожди. Ты мне предлагаешь 2 стака золотых монет за то, чтобы я записал вас в ролик? Сейчас, подождите минутку. Они предлагают мне 2 стака золотых монет за то, чтобы я их записал. Сейчас, начальник, подождите. Костян! Костя, ты тут? Костя, не вырубился еще? Да сейчас, дайте я обсужу. Ну, смотрите, здесь мусора куча мусора. Сейчас, давай. Костя, прикинь, они вот эти школотроны, которые только что прибежали, они мне предлагают 2 стака золотых монет за то, чтобы я записал их ролик. Прикинь? Я вот не знаю, записывать их, не записывать, но я как бы не хочу, но... Соглашайся. Сейчас, в смысле, соглашайся? Да... Знаете, есть такая штука, Ну да, за 2 стака много чего можно купить. Да тем более, мелкий, ты как думаешь? Я только что отдал 2 стака золотых монет вот этому кенту продажному. 2 стака я ему отдал. А вы, ребята, как думаете? Напишите в комментах, пожалуйста, потому что я не знаю. Соглашаться за 2 стака, за 2 стака снимать их в рот. Ладно. У меня сейчас бабок вообще нет, у меня в инвентаре 0. Свинота! Все деньги забрал! Я на семью копил! На детей в будущем! Я убираю. Я согласен. 2 стака. Гоните 2 стака, то у меня бабок вообще 0. Гоните 2 стака. Давай, значит, так, ты придешь ко мне домой и запишешь с нами ролик. Ну, как только я с тюряги выйду, мне здесь еще полчасика где-то убираться, я выйду с тюряги и приду к вам домой. Хорошо. Давай бабки. А то у меня вообще реально. Я как бомжара настоящий. Я тебе на телефон отправлю свой адрес. Окей. Не на телефон, лучше в комментах оставь под каким-то роликом. Я тебя найду и приду к тебе домой. Вот, телефон я не буду свой номер давать. Давай бабки. Даю 100 золотых монет авансом. Да я убираю! Он мне реально дал 100 золотых монет авансом. О, остальное после ролика. Все, хорошо, договоримся. Я приду и все сниму. А если тебе понравится, дашь 3 стака золотых монет? Да все, я вам все, давайте валите, то реально меня сейчас посадят. Давайте. Так главное, чтобы сейчас вот этот начальник не спалил. Он мне дал 100 золотых монет и сказал то, что даст 2-й и, возможно, 3-й, если я с ним запишу какой-то ролик. Так подождите, он реально, я сын какого-то там олигарха или с политика. Хорошо, я сейчас доубираю и побегу к этому шкенту домой и запишу с ним ролик. Я не знаю, что он хочет записывать. Он сказал, чтобы я просто пришел к нему домой и что-то там заснял. Мне нужен будет оператор. Вот я, допустим, Костянчика позову. Хотя это алкаш. Может, кого-то другого позову. Короче, не будем сейчас тянуть кота за яйца. А деревья нужно убирать, не? Ну хорошо, я тогда вот это буду убирать, а это даже трогать не буду. Все. Ну я, в принципе, я здесь уже взял. А, вот там еще, смотрите, сейчас уберу. Короче, ставь лайкусик, пока этот начальник ко мне опять не придрался. Поставь, пожалуйста, лайк и обязательно пиши в комментах, как ты думаешь, соглашаться мне или не соглашаться. 2 стака золотых монет мне дает вот какой-то такой кент мелкий. Пришел, короче, в моем мерче, начали все там светить своими айфонами. 100% дети олигархов какие-то.
заплатить все деньги, которые мы просрали. Вот сегодня на начале серии, отработаем следующие серии. Обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить новую серию. Я тебе быстренько скажу спасибо, пока начальник опять ко мне не придрался. Приходи смотреть обязательно следующую серию. Приходи завтра, ведь на моем канале ролики выходят каждый день. Я тебе скажу огромнейшее спасибо. Всем удачи и всем пока. Да убираю я, да убираю, да, да, ну-ка, ну, естественно, насрали на весь газон, естественно, я здесь буду. Начальник, у вас здесь травушка-муравушка какая-то запрещенная, вы знаете то, что вы ее выращиваете здесь? Так кто из нас еще в тюрягу сядет, я или вы? А? Наркоман.